Новая медицинская техника появилась в Орловской областной клинической больнице. 10 высокотехнологичных аппаратов позволят медикам на более высоком уровне проводить процедуру очищения крови у людей с почечной недостаточностью. На экране тут очень доступный и очень такой эффективный интерфейс, который позволяет не только контролировать эти параметры, но и в любое время, во время процедуры очень четко менять любые параметры, контролировать их эффективность. И в итоге, по окончанию процедуры гемодиализа, этот аппарат выдает все те основные параметры, которые говорят, что процедура произошла эффективно, что качество проведения процедуры достаточно высокое. В нашем регионе порядка 250 больных нуждаются в проведении гемодиализа. Новые аппараты имеют большое преимущество перед устаревшей техникой. Они позволят на более высоком уровне проводить заместительную почечную терапию. Средства на приобретение медтехники выделил Департамент здравоохранения. Наряду с процедурой гемодиализа, которая проводится пациентами, эти аппараты могут позволить проводить более интенсивную процедуру, которая называется гемодиафильтрация. Учитывая наладку, поставку и прочее, то есть порядка там около 35 миллионов, наверное, на эту сумму помощь была оказана учреждению. Прежде всего, мы на ближайшие годы закрываем вопрос с оборудованием отделения областной больницы, отделения гемодиализа. Мы получили, и уже эта техника работает, высококачественное медицинское оборудование, которое однозначно позволяет проводить на несколько ином, более качественном уровне процедуру диализа, что опять-таки сказывается на самочувствии и качестве жизни наших пациентов.